добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры, образования и воспитания подрастающего поколения Ульяновской области, благодарность председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации объявляется Кустарникову Владимиру Петровичу, артисту, ведущему мастеру сцены областного государственного автономного учреждения культуры Ульяновский драматический театр имени Гончарова. Ситуации нахожусь, потому что несколько дней назад я услышал от одного заезжего критика очень интересную и точную мысль. Когда одному знаменитому актеру вручили художественным руководством театра, он сказал: «А как неожиданно!» На что критик сказал: «Не может быть неожиданным такое назначение и такое предложение, если ты в себя веришь, если ты думаешь, что ты что-то из себя значишь». С чем я вас сегодня поздравляю? Это с тем, что мы не будем кокетничать. Мы очень хотим, чтобы наш труд был увиден, чтобы наши заслуги были оценены. И это верно. И спасибо вам. И спасибо вам, друзья мои, с праздником вас и с заслуженными наградами. Мы должны их ждать и должны будем. Спасибо. Thank you.
к концу. Давайте мы еще раз поаплодируем людям, которых мы наградили сегодня на этой сцене. Самым лучшим! Ваши аплодисменты! А для вас объявляется антракт, и после небольшого антракта вас ждет встреча с народным артистом России –